Здравствуйте! Продолжаем разбирать тему спирты, строение спиртов. В молекулах спиртов наибольшей электроотрицательностью обладает кислород, поэтому связь в группе OH в гидроксильных поляризована, пара электронов смещена к кислороду, который несет частичный отрицательный заряд дельта-минус, а водород положительный заряд дельта-плюс. Алкильные радикалы подают электроны к кислороду. Это уменьшает поляризацию группы OH. Следовательно, подвижность водорода в группах OH зависит от числа радикалов у углерода, связанных с группой OH. Разберем первую формулу CH3OH. Один углерод. Он слабо отталкивает от себя электронную плотность кислороду. И поэтому дельта минус слабо притягивает к себе дельта плюс. Подвижность водородного атома в группе OH уменьшается с ростом числа радикалов. Разберем вторую формулу, первичный. CH3CH2OH. Два углеродных атома, они уже сильнее отталкивают от себя электронную плотность к кислороду, и поэтому дельта минус усиливается по сравнению с дельта плюс. Вторичный CH3, CH3H, OH. Здесь уже три углеродных атома, и поэтому еще сильнее отталкивается электронная плотность кислороду, и дельта минус усиливается, и поэтому дельта плюс к ней больше притягивается. Третичный углеродный атом уже имеет CH3 трижды COH. Четыре углеродных атома, они еще сильнее отталкивают от себя электронную плотность кислороду. И плотность дельта минус усиливается, поэтому дельта плюс еще сильнее притягивается к кислороду. Отрицательный дипольный момент дельта минус у кислорода возрастает. Это явление влияет на химические свойства различных спиртов. Эти свойства спиртов влияют на ассоциацию молекул спиртов, как в молекулах воды. Она показана на схеме. От возникновения водородной связи в группах OH возникает ассоциация молекул. Водородная связь на схеме показана в виде черточек красных. Делаем вывод, что чем больше углеродных атомов в радикале, тем больше они отталкивают электронную плотность. Посмотрим на примерах. В первой формуле 3 углеродных атома и электронная плотность у кислорода 1, а во второй формуле 5, и поэтому электронная плотность у кислорода выше, то есть дипольный момент плотнее во второй формуле, чем в первой. И поэтому водород с дипольным моментом положительным больше притягивается во второй формуле. И чем он больше притягивается, тем активность его меньше, тем труднее его оторвать. Это выражается в химических свойствах.